Guys, you plan to scream to pirates? Yes. Someone told me that... yes, that Swedish will help. Я не знаю, откуда инфа про шведов. Они там сидят, как бы, ну, там 4 человека, и это явно не скринпачка. Ну, я просто сейчас только что у них был. Я просто в тимспике у них у всех спросил. У них там 3 пачки сидит. Thank you.
Привет, Кич. Синоптик, я к этому уже был готов. Да чё, шведы? Шведы же не вас. А, ну хотя да, они вас, Динарка. Так у вас же есть вроде шведские твинки, кэч. От них же не обидно, вроде союзники как-никак. Просто тут недавно парочка шведских Павлов в Гуяр-Гуяр была. По скиллу на вас ребята были похожи. Что-то я не видел шведов клан БФ. Или ты имеешь в виду, что БФ в шведах? Ну... А, этот... Thank you.
Почему из всех, блин, SFX этих вам нравится вот именно это? Погоди, до 25 научился, а 50 обезьян как развел.
Он сидит, стрим смотрит, а я там спросил бабуина, забыл здесь голос включить. Если он считает до 25, то как он 50 бабуинов развел? Сейчас пойду чаёк налью, еще постоим здесь. Thank you.
Блин, я тебе борт снял нормально.
Привет, Тем.
Посмотрим. Я схожу. Да мне понять надо, где мы. Я в курсе. Не, это не я загул. Два на два, все честно. Закрылся БР. Не закрылся БР.
А зачем меня спасать? Просто сейчас по красоте сделаем все. Не, не наш. Летали, только ты не замечал. Даня, отходи ближе вот ко мне. Не надо с ним мансить, смысла нет. Тем более он ремку, кстати, сейчас отдал. У нее тоже автоприпары, так что это имей в виду. Сейчас. Он у тебя в зоне радара, да? Да, у тебя. Просто если не в зоне радара, то смысл как бы стрелять по парусам нет. Ну, тогда не имеет. Нет. Ну, сейчас мы их отойдем от форта, смысл нам тут пиздюляндров получать.
О, ножки пришел. Привет. Ты где пропадаешь-то, ножки? Ребят, на фулах разрывайте с ними дистанцию, это не вам не нужно. Да какая в жопу разница? У вас не крутитесь, когда вы крутитесь, вы это теряете скорость. Я не быстрый. Какой я быстрый? Я тяжелый. А я думал, ты за этих ушел. Там с паником они куда-то там уходили. То ли сначала спаду, потом к токсину. Подойдите ко мне, пожалуйста, а? Я ветер, ну... Ну вот плыви. Восемьдесят два. Ну, так. Давайте в таверну два прыгнем, кто в этом бою. Таверна два. Тебя книпелить могут только те, у кого сейчас носовые пушки, потому что... Или вот это лириквина, которая на тебя разворачивает. Ты в какой-то момент, когда она по тебе стреляет, просто таксили опускаешь, паруса разворачиваешь и все дальше идешь. А так, они же специально это делают, чтобы догнать. Они тебя догнать не могут. А, ножки, ну я так и понял. Все, по фокусу разбирайте теперь этого лириквина, отгоняйте его. А, стреляй по корме, потому что остальное все там пойдет в молоко. И по нему трудно попасть, у него профиль такой говенный. Подходите на мою линию. Да, не отходи далеко от меня, мы вместе должны быть. Ну правильно уплыл, потому что ты где-то в жопе там. Да отдавай на паруса. А ты что, борт чинил? Так. Левый, правый. Иди за меня тогда. Нет, его же ветер-то. А. Да.
Да. Ну, сейчас смотри, у нас 17 минут у нас сейчас будет. Блять, да как по этому говну попадать-то? По Ниагаре я никак не могу попасть. Да беру. Ты свой борт сейви по возможности. Ты далеко не отходи. Ты подходи и стреляй, потому что надо дома. Пока ты не стреляешь, это не важно, все. Все не важно. Ну а как ты по ветру повернешься с такой своей этой? Ну, давай.
Меня пулит. Билл Барнс. Еще ник. Да. Нет. Вам нужно было его в сторону, а не просто между ним проезжать. Смысл между ним. Да, я пью. Ты не подъедешь? Блять, вот я долбоёб я. Ну ладно, сейчас посмотрим. Все, сейчас вырежет. Все. С такими и врагов не надо.
Встань в это против ветра, острее. Нет, блять, какую стрелку? Острее к ветру. Выиграй вот так и иди. Сейчас максимум один раз по корме схлопочешь. Ну или по парусам. Сейчас будет острый момент. Дальше он от тебя отстанет. Даня, тебе против ветра уходить. Единственный, кто с тобой будет, это Шебека. Давай. Чего у тебя? Я не вижу просто. А, ну тогда это. Дай Уэлл. Умри с честью. До ремки долго тебе? 13 секунд на паруса отдаешь. Смысл ей тебя бордить? Команды у вас равные? Ну пей тогда, Ром. Кнепелями по прусам стреляй, жопы. Не опускай, опускай, иди, 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 все. Он с каждым разом должен отставать. На фулах, что ты спускаешь? Ты все ставишь на то, что ты от них уйдешь. Соответственно, тебе нужна скорость. Тем более, ты ремку на пару... У тебя паруса сколько? 91. Нажми эту... абордаж. Тяни припару. Потому что, когда ты на абордаже, у тебя люди уходят с ремки, у тебя удлиняется ремка. Когда они будут от тебя уже подальше, где-то в полутора клетках, вот, сможешь отдать F10 и управлять только парусами. У тебя руль слушаться не будет. Но ты тогда закадешишь себе ремку. То есть, вот она у тебя, например, 100, да? Ну, тогда кадеш. Давай на F10 иди. Нет. Ну, все, вот так иди. Когда опустят тебе до 90, опять прожмешь и все, и у тебя опять свежая ремка. Ну, они тебя кнепелить пытаются как раз. Ничего, пока так иди. Он с каждым разом отстает. Единственный, кто тебя сможет, наверное, догнать, это Ниагара. Да чего? Залился? Нет, дело не в том, что у него... Сколько у тебя паруса? Отдавай. Да, снимайся в 10. С припайера нет, а оставляй на припарке.
Ну, мы там же, где мы были, все отошли, а мы, типа, искали Вальгаллы. Мы ее нашли. Но я-то уже точно. Даня тоже. А Фрауд под контролем. Да. Готовься воевать с этой, пару залпов по ней дашь, ты ее отгонишь, либо кнепельни потом. Она тебя сейчас попытается тоже кнепельнуть. У тебя, блин, можно потише, блин, у тебя чё с Ремкой? Ну, то есть она еще. Погоди, у тебя Ремка закончилась уже все, да? Все, тогда этого кнепели этого дурачка сзади с колдрама. Нет, не с борта, с жопы. Не поворачивай бортом, это. Типа ты идешь, сейчас в принципе идеально. У тебя единственная проблема это вот эта сучка мелкая. Сейчас опять тебя попытается кнепельнуть. А, нет, по корме. Так, я просто не вижу у тебя. Ты острее к ветру, иди. Ну, то есть вот сейчас вот максимально, наверное. Чтобы тебе с правой стороны или там, где у тебя ветер, никто не зашел. И чтобы он у тебя... А, сейчас. Нормально, не ной. Блядь, так ты по ветру уходишь, ёптель. Я-то думал, я же тебе сказал, остро к ветру. Это не остро к ветру, это, блядь, по ветру. Я не удивлен, что они тебя догоняют. Ну все, тут пизда вам, сударь. Короче, ни хера тебе про ветер не рассказывали. Я понял, надо короткую эту тебя прочесть. Вот это почти остро к ветру, да, ты идешь. Да. Такое сейчас тут объяснять надо, тут его сейчас гоняют. А паруса параллельно ветру, обезветрись максимально, стаксель убери, пропусти его. Главное, чтобы он тебя проехал. Не его сейчас, нормально. Сейчас, его ветер, да. Так, стаксель подними, все, подними и налево, задний парус направо. Все, нормально. Так, а теперь резко направо, резко направо, резко направо. Давай. Да. Главное,
Главное, чтобы с твоей правой стороны никого не было. То есть ветер идет через тебя. Ну, правда, у тебя борт больной, он тебе сейчас нахерачит туда, он фуловый. Да ничего, нормально, научится. Это Риномехи. Реноме. Да. Вот так тогда. Передний парус разверни направо, чтобы он тебя оттолкнул. Да, вот так. Все, иди. Ему уже с таким состоянием уже никуда. Он тебе это ветровую тень ставит. Попробуй вырваться левее, отойди. Ну хотя ты уже все без структуры, но ты уже не плывешь. Да. Но тут все заливочное. Так, sail to Cabo Canaveral, окей. Смотри, давай сейчас прыгнем в этот, в канал Таверна 1. Давай. Так, сейчас я тебе Дискорд включу. Ну, если хочешь, иди, я как бы это тебе сейчас просто объясню и дальше уже. Я думаю, я на больших уже пойду рейтах. Спасибо, Чергак, за рейд. Так. Так, я включил тебе Paint. Видно его? Так, смотри. Значит, это типа три окна. Везде типа ветер, условно говоря, дует. Вот так.
Вот. Соответственно, ну, это оптимальное, в принципе, когда дует ветер, это, что называется, когда корабль стоит вот так, это вот как раз называется остро к ветру. То есть он дует тебе не в нос, но он тебе уже не дует в бок и не дует в спину. Вот. Это оптимально для каких-либо эволюций. Почему так? Потому что, допустим, это твой корабль, за тобой там идет вот корабль противника. Вот здесь один, вот здесь второй. Если бы ты шел по ветру, как ты шел, то противник может спокойно заходить тебе на корму, стрелять и так далее. Здесь же он не может пойти налево, потому что это будет ему против ветра. Вот, даже если ты не занял главенствующую позицию, то есть ты не сделал так, что противник весь у тебя вот с этой стороны будет, да? Вот, пусть он будет даже немного здесь, или даже пусть здесь, или даже пусть вот где-то здесь, неважно, тебе это все равно выгодней, потому что тебе никто ничего не сделает, ну только могут с носа там стрелять, это уже дело десятое, это мы сейчас не будем как бы в подробности вплавлять. Тебе это максимально выгодно, потому что у тебя ты ждешь ремку, то есть в принципе ты как бы переигрываешь их по ремкам, тебя не дамажат, вы оба идете, ты пытаешься даже оторваться. Если у него быстрый корабль, ну да, ты от него не отрываешься, но ты его кнепелишь, ты можешь как бы просто тупо ждать ремки, все. В конце концов, когда-нибудь тебе им это надоест, потому что, ну, камон, гоняться 1,5 часа за человеком, это надо быть полным дебилом и такое. Вот. Что бывает, когда ты идешь по ветру? Так. Да. То есть вы все идете в направлении снизу вверх. Это ваше направление. Сколько за тобой идет кораблей противника, абсолютно пофигу. То есть хоть целая армада. Даже если у тебя вот с этого бока пойдут корабли, вот этот, этот, им нужно, во-первых, встать в более-менее подобие шеренги, чтобы по тебе стрелять, фокусить тебя втроем, вдвоем. А им это сложно сделать, потому что ветер, идет через тебя, ты их уже душишь по ветру. Б, когда они начинают выскакивать, обходить, пытаться, да, то их свои же корабли союзников душат. То есть ты будешь, например, он будет душить вот этот корабль, который здесь будет проходить. Они будут друг на друга орать постоянно, значит, это должен будет идти не на фулах, а на боевых парусах. Кстати, вот еще важное замечание, когда тебе говорят, там, типа, ты душишь кого-то по ветру, убери паруса. Не надо полностью убирать паруса, нужно понимать механику игровую. То есть у тебя, например, ты нажимаешь батлы, но батлы опускаются 10 секунд. Вообще паруса как бы работают на больших рейтах 10 секунд. То есть ты вот когда отсчитываешь и условно говоря 10. Но эти 10 секунд, они очень важны. Ты человеку можешь не дать оверштагнуться, не дать там еще что-то сделать. А ты вроде бы нажал, да, на боевые, но через 10 секунд только. Что тебе нужно, чтобы моментально дать ветер? Ты ставишь паруса параллельно ветру и, главное, убираешь такселя. Все. Все, ты ему дал ветер полностью. Соответственно, когда у тебя они спустились на батлы, ты нажал такселя, нажал автошкипер, едешь дальше. Все. Так, теперь какой еще момент? Что происходит, когда ты уходишь просто тупо по ветру скатываешься? Вот ты типа от них убегаешь по ветру. Они идут за тобой, например. Там вот как вот сейчас было, примерно так. Вот, что получается? Вот эта Ниагара, она туда-сюда. То есть она тебе спокойно по жопе могла ходить, потому что ей по ветру. То есть проблем она не испытывает. А вот Ниагара, которая шла вот здесь, вот это вот, например, да, вот сюда она уже не повернет. А повернув сюда, да, она тебе даст залп. Но она с каждым разом будет скатываться вот сюда. Все. И в бой она уже не вернется. Я еще заметил, ты когда разворачиваешься, ты разворачиваешься по ветру. Так быстрее, но это ошибка. Никогда не разворачивайся по ветру.
всегда уверштагайся, если противник, потому что тебе нужно, главное, выйти на линию противника. То есть главное четко понимать, откуда дует ветер и где противник. Если вот, например, вас затагли, да, бой начинается, ветер вот так дует. А противник, например, вот здесь стоит, да, вот так он может, ну, неважно, как-то в раскоряку, вот так стоять. А вас, например, затагло, ну, жопой как-то вот так вот, да, вот вы здесь где-то стоите. Никогда не поворачивайся вот так. Всегда только через оверштаг, чтобы быть выше. Для чего это нужно? Оверштаг — это как лесенка. То есть с помощью оверштагов ты выше, 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 выше забираешься по ветру. Я объясняю, Лёг, сейчас не до этого пока. Нет, нет, мы сейчас не хотим. Я ему объясняю водно. Это важнее, чем подтянуться и раздолбать бритов. Вот. Смотри. Хорошо. Так, соответственно, вот я еще раз говорю. То есть оверштаг — это лестница. Вот с помощью этой лестницы ты как бы забираешься выше по ветру. Это очень важно. То есть отыграть ветер. Для чего ты отыгрываешь ветер? То есть вот люди говорят там порой отыграть ветер, там бла-бла-бла, но не говорят для чего. Когда ты выше, у тебя есть высотные преимущества, грубо говоря. Ты стоишь здесь, он стоит, например, вот здесь. Ну или там вот здесь, чуть поближе. Для чего это нужно? У тебя есть, что называется, право первого залпа, условно. То есть, причем залп такой безболезненный. То есть, ты когда по нему, например, отстрелял или не отстрелял, повернул к нему ромбом. Встал так, то есть не носом тупо, да, вот, ну, не вот так вот полностью, потому что так тебе все в нос зайдет. А ты ему как бы вот так ромбуешь его. Потом он отстрелял, ты выправляешься, например, идешь, даешь по нему залп. Если ты понимаешь, что что-то не так происходит, ты херак опять наверх убежал, потому что у тебя скорости хватает. Если ты понимаешь, что противник мягкий, у него корабль слабенький, или он слабо играет, он не понимает, он отдает один борт, то ты продолжаешь его пушить в этот борт, попеременно меняя борта. То есть чем хорошо как раз преимущество ветра, тем, что ты можешь один или два раза скатиться по ветру. То есть для чего это нужно? Вот, например, сейчас я обновлю, чтобы... Ты ему можешь один раз отдать свой борт. То есть вот прошел, он тебе отдал борт, то есть считай, у него ноль здесь, да? Ты выходишь ему на линию залпа, даешь залп. Потому что ты стопудово знаешь, что у него борт разряженный, ты не получаешь уже в борт. Когда примерно 50 секунд. Ну так, примерно вот считай, что там 40-50 секунд. Все, ты ему отдал этот залп, и ты опять уходишь вот так. Ты ему там жопу полуромбом ставишь. Все, то есть если он тебе отдает выстрел, он отдает тебе в ромб. То есть ты ему стреляешь в фуловый борт и разряжаешь его. А он как бы тебе отдает вот в, как бы в угол, а приведенная броня, она здесь очень хорошо работает. Плюс еще помноженный, если у тебя корабль как бы бычкообразный, да, то ну, в тебя очень маленький процент, который залетает. Соответственно, что мы из этого получаем? Что ты его разбираешь, а он тебя нет. После этого ты можешь опять зигзагообразно там встать так, ну либо так, пройти ему опять... Когда ты видишь, что он разряжен, опять дать в борт. И потом, когда ты чувствуешь, что ты уже скатываешься по ветру, ты можешь как бы опять уйти на оверштаг. Либо, если ты понимаешь, что противник нуб, и все, ему хватило, то есть ты ему садишься на жопу и просто выбиваешь его через жопу. Он начинает от тебя отворачивать, например. Но ты просто идешь за ним и добиваешь. Если он начинает оверштагаться, то ты как бы... Либо у тебя есть выбор. Если у него вот корабль, у него там две полоски, да, и третья вот полоска — это, например, второй борт. То есть вот там левый борт, структура, правый борт. Допустим, ты ему разбил правый борт вот настолько. Если ты понимаешь, что у него пол борта снят, и ты вот стопудово знаешь, что ты его как бы добьешь, ты отдаешь ветер и садишься ему на борт,
он, например, уже ремку использовал, а у тебя еще в запасе ремка и так далее. Ты просто садишься и выжираешь этот борт. Вот для чего нужен ветер. То есть ветер — это твоя возможность размена. То есть возможность получить огневое решение в несколько раз больше, чем у противника. То есть просто его тупо перестрелять, при этом меняя борта. Потому что если ты ему бьешь в один борт, а он тебя бьет в два разных, то для тебя это выгоднее, потому что ремки легче тебе два борта половинчатых там залатать, и она это сделает быстрее, чем один фуловый тебе. То есть потому что ремка, она идет вот здесь, 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 здесь. То есть она вот так ремает. Она не ремает, что типа, о, я вижу, у тебя там борта нет, дай-ка я тебе ее залатаю. Нет, так не работает. То есть она тебе ремает и здесь, хотя у тебя здесь может быть фуловый, поэтому тебе его чинить невыгодно. У тебя может быть разбита жопа, тогда она тебе ее там подремает, нос. Но если у тебя все фуловое, кроме борта, то ремку невыгодно отдавать. Ты ее просто сжигаешь зазря. Но тебе ее нужно отдавать, потому что тебя, например, лупят постоянно в один борт. То есть когда-то ты просядешь. Поэтому постоянно меняй борта, чтобы у тебя был равномерный размен. Никогда не отдавай тупо один борт. Ремку нужно отдавать, когда у тебя уже вот, ну, сколько там? 5 из 5, да, вот у тебя, например, 2 из 5 уже снято риски, да? Вот. Тогда отдавай. Если ты под фокусом 2 или 3 кораблей, отдавай раньше. Потому что тут могут как бы смести больше. Что еще есть? Некоторые, особенно ушлые товарищи, они тебя ставят перед фактом. То есть они тебя загоняют в угол. Тебя отдают на паруса. То есть тебе начинают бить паруса, либо кнепелить. Особо как бы одаренные тебе начинают просто рушить паруса. Да, они тебе в мачту постоянно бьют, если ты на фулах ходишь. Вот, и что получается? То есть у тебя выбор, либо отдать ремку на паруса, которые в принципе фуловые, да, но ты понимаешь, что рано или поздно у тебя мачта может упасть, чтобы починить мачту. И видя это, они тебя просто разбирают уже в борт, потому что они поняли, ага, ты ремку отдал на паруса, все, тебя можно бить спокойно в борт. 8 минут ты ничего не сделаешь. За 8 минут они тебя могут просто расхерачить. То есть тебе либо зеркалить их, то есть пытаться кнепельнуть их, например, если ты еще плохо стреляешь в мачты. Там, ну, максимально порвать паруса, то есть уменьшить маневренность корабля. И потом уже как бы начинать бить в борт. Либо в борт, либо в корму. В корму лучше всего, кстати, структура просаживается. Но я думаю, ты это знаешь. То есть сейчас лишний раз повторю. Вот у тебя структура, вот у тебя корма. Соответственно, если ты четко проехал, то ты при удачном рейке собьешь где-то вот две риски структуры. Самое страшное еще, когда вы это делаете в два человека. То есть, когда ты даешь хороший залп по корме противника, у тебя висит 10-секундный баф. У тебя и у твоих сопартийцев. Соответственно, ты отстрелялся, у сопартийцев 10 секунд, чтобы нанести дамаг. Он наносит дамаг, и у него просто отлетает две риски структуры еще. Все, корабль просто садится на структурные течи, и ему просто досвидули. То есть абсолютно фуловый корабль с бортов, да, но он просто сел. Все, он уже не боеспособен. Вот, есть какие-нибудь вопросы? Да, как бы основа, приучай себя менять борта. Обязательно. И по поводу тага. Таг в Open World должен работать так же, как в самой внутри боя. То есть только с ветром. Почему я говорил, что вот, например, таг это две точки, да? То есть у точек нет ни бортов, нет ни носа, ни кормы. Они просто как геометрически друг напротив друга. Если вот эта точка ты его тагаешь, знаешь, его подкреп будет здесь, а твой вот здесь. Соответственно, если здесь у него земля, континент, ну, пацану не повезло.
Более того, почему нехорошо тагать, когда ты преследуешь противника, а ветер дует прям вот наверх, да, вот, допустим, ветер дует наверх, он от тебя убегает, ты типа его преследуешь, ты его тагаешь, говоришь, пацаны, я его тагнул. Типа, с одной стороны, хорошо, да, ветер-то ваш, но его подкреп будет здесь, и пацаны его, если он им скажет, что, парни, заходите там с подкрепа где-нибудь правее, да, они зайдут вот где-нибудь вот здесь, а вы на них едете. И будет не очень хорошо. Вы вроде бы с ветра, а вроде бы вы как бы в гуще врагов. Или делают еще хуже. Особенно хитрожопые, они как делают? Они ждут. То есть, например, вот там вы тагнулись, он продолжает идти, он знает, что его подкреп где-то вот здесь. Соответственно, он проходит сюда-сюда, где-то 2-3 квадрата он вас ведет, а вы такие азартные проходите. Вы, например, где-то вот здесь, а он уже здесь. И они заходят. Все. И они у вас сзади, с выигранным ветром. Хотя ты изначально тагл его нормально. Вот эти моменты нужно все как бы сечь. Плюс вот эти на мечах там, например, разница БР. Например, там вот, почему я говорю там, например, 180 против там, например, 200. Или 190, скорее всего, даже. Вот. Этот БР закроется через 2 минуты, этот бой. Потому что у вас равный БР, там, на 15% разницы в меньшую сторону. Если у вас БР, например, вот 390, да, на 200, то есть разница больше 15%, то такой файт будет длиться 20 минут, и только потом он закроется. Вот это тоже помни. То есть, когда, например, тебе говорят, вы на андоке там воюете, да, и один тагнул другого, и у вас равный БР, то есть, ну, у них равный БР, например, по 200, да, вот, и он тебе говорит, пацаны, заходите, я там кого-то тагнул. Это полный дебилизм, потому что в момент тага вы должны быть на андоке, потому что у вас таймер 2 минуты. И когда ты только зайдешь в его подкреп, таймер закончится, и как бы круг захлопнется, все, и ты не сможешь войти. Поэтому в момент, когда он тагает, ты уже должен быть на андоке, чтобы у тебя уже начал идти таймер. Вот эти тоже моменты, микро-моменты, нужно помнить. Ты сейчас это можешь не запомнить, что ты можешь как бы еще там забыть. И главное, по ветру в бою, вот это надо записать на самом деле. А почему? Потому что, ну, запомнить это, наверное, сложно. Значит, смена ветра в бою. Час 15, 55, 35. И, ну, да, тебе там Данька скинет табличку, чтобы посмотришь. Ну, так вот примерно час 15, 55, 35. То есть это время, когда ветер начинает меняться. Он и так шифтует как бы в игре. То есть, ну, шифт это типа он иногда идет. То есть вот у тебя типа рулевое колесо, это ветровое, да? Вот, у тебя, например, ветер дует вот сверху вниз. Он у тебя может телепаться как сюда, так и сюда. Небольшие эволюции, отклонения, там, 2 румба. Но, как бы, ты должен примерно понимать, где он у тебя остановился. То есть, вот, изначально, с какой позиции он начинает шифтовать, вниз и вверх. Это важно, потому что, когда ветер начинает реально меняться, он меняется также через жопу, то есть, хитро. Он идет в одну сторону, потом возвращается, и потом резко идет сюда. И потом опять немного возвращается. Так вот, по этим эволюциям ты должен понять, как бы, куда он у тебя идет. Он у тебя все равно потом повернет достаточно сильно в какую-то из сторон. И тебе нужно знать, в какую, потому что иначе ты окажешься либо с выигрышным ветром, либо с проигрышным. Ну... Он еще драться не может. Во-первых, он не качанный. А я его качать буду сейчас.
Вот. Ну да. Я ему сейчас вводную закончу, и это. Нет, не можно, нет. Так, смотри, еще что я тебе хотел сказать. Обязательно выучи возможность езды задом. Почему, кстати, еще против ветра вот лучше всего, когда ветер остро вот так идет? Потому что когда у тебя корабль стоит вот так, а ты паруса выкручиваешь вот так, ты начинаешь ехать против ветра. То есть это идеальная позиция, особенно по кораблям, которые довольно юркие, могут зайти тебе на жопу. То есть, допустим, ты какой-нибудь второй, третий рейд, да, ну второй, скажем, Паша, а против тебя ваза или какой-нибудь там, ну, какое-нибудь говно такое юркое. Вот, Паша это корабль с где-то там 850 экипажа, условно говоря. У ваза корабль 560 экипажа. То есть, Determinate Defender у тебя на нем не сработает. То есть, разница в 200 человек, поэтому автоматически ты его забордишь. А у ВАЗы очень, как бы, есть такой, ну то есть это корабль вот именно вот такой, чтобы делать грязь. То есть он может ехать просто за кораблем противника и тупо напихивать ему в жопу. То есть вот он за тобой едет, у него 6 пушек, спереди. Он просто зарядит тебе сначала там, ну, допустим, он тебе вскрыл корму, да? Он тебе заряжает сюда книпеля и просто сидит и выхерачивает тебе команду. Монотонно так вот, просто, все. И готовит тебя к абордажу. Единственное, чего боится этот корабль в данном случае, что ты резко, например, там, дистанцию сокращаешь с ним, да, ну, допустим. И потом сдаешь назад. И бордишь его тупо. Ты на припаре, он этого не услышал, например, как ты просвистел. Все, и ты его хапаешь. И поэтому, как бы, игроку на вазе нужно быть очень, ну, скилловым в этом плане. И еще, я сам этим грешил и грешу порой. Вот, например, океан идет, да? Вот, например, там наверх курсом. А ты тут вот такой вот стоишь, да? И, допустим, ты понимаешь, что тебе нельзя на него идти, да, то есть он тебя раздолбит борт. По ветру ты вроде не хочешь спускаться, потому что, а, ты ему подставишь жопу там, да и ты, типа, позицию потеряешь, ты как бы очень сильно вниз уйдешь. Ты такой деловой начинаешь оверштагаться перед ним. Вот это самое тупое, что ты можешь делать в своей навальской жизни. Потому что это фактически автоматический бординг. То есть, когда ты оверштагаешься перед противником, особенно когда ветер его, вот он дует, например, вот так, он тебя ловит ветровую тень. Все, он выкручивает паруса вот так, как я тебе говорил, да? Но он также поднимает стаксель, и он просто дрейфует, его сносит немножко к тебе сюда. И все. А ты ничего не можешь сделать, потому что ты в кармане. Ну, это так вот пацаны это называют, карман, то есть ветровой. То есть вот эта вот вся часть, это считай ветровой карман, потому что ветер дует сверху вниз, соответственно, ты вот здесь стоишь, абсолютно обезветренный, потому что это первый рейд тупый, он тебе все закрывает. И ты просто ждешь, когда он к тебе накатит и тебя просто забордит. Вот никогда, никогда не оверштагайся, как бы перед там, условно говоря, рейтами, которые выше тебя по команде и по всему, когда они еще, ну, то есть ветер их, то есть выше по ветру стоят. Это самое тупое. Вот отучайся просто, даже с ботами, никогда этого не делай. Потому что это, когда входит в привычку, это пиздец начинается. Я тебе вот сам говорю, потому что я от этого очень долго как бы отучался сам. Вот я с ботами привык, ну, типа, что бот сделает там, ну, не успеет он тупо забордить, да, я знаю, что я уеду. Вот, то люди, особенно там, ну, хорошие игроки, этого не прощают. Это просто, блядь, подарок, когда ты так противнику подъезжаешь и отдаешься. То есть в этом случае он даже если тебя забордить сразу не захочет, он тебе просто тупо отстрелит мачту там, да, то есть потому что ты ничего не сделаешь в этот момент. То есть ты будешь там что-то телепаться, как-то пытаться сдать назад, у тебя нет ветра, да, а он тебе просто стоит и расстреливает тебя. Вот.
Еще вопросы какие-то остались? С NPC-шными всегда, во-первых, вот как мне ребята объясняли, никогда не ходи от них по ветру, потому что боты тебя всегда догонят, это боты. Вот. А тоже всегда, всегда оверштагайся. Вот. У них, хоть разрабы говорили, что они починили, но у них до сих пор поломанная механика. В общем, когда ты оверштагаешься, у бота клинит мозг. Вот, он начинает искать лучший момент, как тебя обойти, в результате он его нихера не находит, начинает идти по самому большому маршруту, чтобы выиграть у тебя ветер или там это быть более скоростным. Вот. Поэтому он от тебя очень сильно просаживается, отстает. То есть тебе нужно, как и с людьми, занимать всегда позицию, как бы остро к ветру. Все. Это все, что ты можешь сделать. Как только ты свалишься по ветру, ты труп. А что тебе еще, кстати, нужно выучить в бою с кораблями? Сейчас я создам. Но, ну, допустим, ведь пропадает, да? Вот сейчас нормально? Все, все. Вот это ты, вот это один, например, противник, это, например, второй, это, ну, вот условно третий, да, ну, неважно. Ты идешь, у тебя два вида стрельбы, третий от лукавого. То есть никогда рандомом не стреляй, стреляй всегда либо с носа, либо с кормы. Чем лучше стрельба вот в данный момент с носа? Тем, что ты на него немножко довернул, и у тебя первые носовые орудия уже видят его нос. И ты начинаешь стрельбу и сразу отворачиваешь. То есть по инерции остальные орудия все равно в него зайдут. Даже когда ты уже отворачиваешь. То есть ты ему все равно будешь стрелять в момент отворота. Все равно сюда, то есть ты ему фактически в одну точку будешь сажать. Вот сюда все. А он, когда будет по тебе стрелять, он будет уже по тебе стрелять в угол. Это такая наглая позиция, да, то есть когда ты уже четко уверен, что ты повернешь и отвернешь. При этом обязательно рули парусами. То есть не рули только этим рулем, потому что это нубство, то есть ты должен четко понимать. Вот, допустим, в данной ситуации, вот у тебя твой корабль, ты идешь, у тебя паруса будут примерно вот так, да? Вот, то есть курс, твое направление вот сюда. Соответственно, ты на него поворачиваешь. При повороте... Так... Ветер здесь, блядь. Я вот на автоматизме могу, а так уже... Передний парус ты поворачиваешь более активно, максимально, а задний как бы параллельно ветру, чтобы он тебе не мешал. Это вот в момент, когда ты в него начинаешь стрелять. Как только ты заканчиваешь от него стрелять, у тебя задний парус также продолжает стоять, а передний ты ставишь вот так. И, соответственно, тебя быстрее разворачивает обратно на твой вот этот основной курс. Нет, задний не надо. Задний как раз не надо. А зачем ты задний выворачиваешь? У тебя, смотри, в любых эволюциях у тебя передний, если ветер идет либо отсюда, у тебя... Передний вот так стоит, а задний либо вот так, либо вот так. Есть табличка, у нас она, кстати, где-то сохранена. Сейчас я даже... Сейчас. Где-то я ее видел. Сейчас. Вот если ветер дует так, у тебя корабль передний ты поворачиваешь, задний у тебя не движется. Если ветер дует сюда, то у тебя передний дует так, а
Вот так. Ну, почему? Нет, погоди. Сейчас, погоди. Тупанул я, тупо. Вот я говорю, я не, я вот на клавиатуре это уже могу изобразить. Ветер дует сюда, соответственно, ты, вот как я правильно сказал, передний парус сюда, а задний у тебя параллельно. Соответственно, когда ветер в другом направлении, то же самое. Ну, все, да, все правильно. Так, если ветер так. Да, русский это карта сокровищ. Вот таблицу надо вспомнить, да, кстати говоря. Я понял, но я это типа. Так, по ветру я тебе сказал, по стрельбе примерно я тебе сказал. И, значит, еще одно. Привыкай стрелять разными деками. То есть вот, ну ты знаешь, что, например, трехдечный корабль, например, это F1, F2, F3. То есть ты можешь либо все деки отключить, либо, соответственно, отключить какие-то из них и стрелять. Так вот, если ты дойдешь, например, до того, чтобы там мачтодрочить кого-то, то есть тупо целить мачты или тебе что-то вот нужно сделать, ты стреляешь только нижней декой. То есть именно тяжелыми самыми. Ты ему тупо отстреливаешь мачты. Две остальных у тебя отключены. А когда ты ей отстрелял, то есть сделал все, что тебе нужно, ты включил эти две, долбанул в борт, например, да? То есть таким образом ты наносишь ему двойной урон и по мачтам, и по корпусу. Вот. Чего еще? На некоторых кораблях, ну, например, на Павлах, ну и не только на Павлах, там на Кристинах, у тебя коронады находятся сзади, верхняя дека, вот это самое. Вот, тебе ее лучше отключать при стрельбе на средней и на длинной дистанции. Почему? Потому что у тебя сведение начинает идти с задней пушки. Вот. А это не очень хорошо. То есть, если, конечно, человек уже насобачился, он нормально это делает. А если нет, то лучше все-таки привыкать, как бы стрелять правильно, типа. Вот. Плюс у тебя должна стоять еще геометрия. У тебя стоит геометрия в сведении, ну, вот в стрельбе, или ты пользуешься этой, как она, проекцией? Сейчас легко, по не, легко проверить. Окей, зайди в графику. Прокрути вниз и посмотри. Fire Zone, визуализация огневой зоны. У тебя должна стать геометрия, а не проекция. Вот. Да, привыкай к ней. Это более такие линии. Может быть, не очень там эстетично, да, но зато очень практично. Вот. Так что привыкай стрелять с нее. Ты видишь реально, куда летят снаряды из конкретной пушки у тебя и какая пушка сейчас будет стрелять. Вот. По рейкованию я тебе потом видос кину, как более-менее там рейковать. Потом посмотрим. Ну, еще плюс ты можешь смотреть видос там москаля, там всех вот этих пацанов наших, которые там стреляют. Так, что еще? Ну, в общем-то, я тебе все сказал такое. А, самое важное еще это про лики я тебе хочу сказать. Это, кстати, реально важно. Так, сейчас. Новый создам. Видно, да? Paint еще.
Так, вот корабль, форштевень, низ, там все дела. И все, что вот ниже воды, ватерлиния, да. Вот. Соответственно, типа волны, там все дела. А, смысл какой? Когда корабль, чтобы понять, о чем идет речь, ну, допустим, вот ты, вот опять ветер, так, мой любимый, и вот второй — это корабль противника. То есть ты, допустим, идешь на батлах и со спущенным стакселем. То есть тебя не кренит, а даже если тебя и кренит, то тебе пофигу. А, темплар, я понял, сейчас, не слетел, я выключил, все. Вот, если тебя даже кренит, тебе пофигу, потому что, по сути, ты закрыт. То есть у тебя корабль, если его в проекции боковой смотреть, вот у тебя корабль, вот у тебя мачта, вот у тебя вода, да? То есть даже если тебя будет кренить вот сюда, ты как бы накренишь борт и закроешь ватерлинию еще больше. То есть тебя не попадешь. А вот корабль противника, который стоит, и, например, он на фулах стоит такой, да? Вот он стоит. А ветер дует тоже сюда. Он стоит на фулах, у него еще стаксели. То есть у него все парусное вооружение как бы хапает ветер. Он начинает крениться. Соответственно, борт у него становится вот так. Соответственно, у него задирается юбка. Соответственно, его ватерлиния оголяется относительно воды. А вода, например, вот здесь продолжает быть, да? Ты знаешь эффект волн, то есть они периодически то накатывают, то схлынивают и так далее. Ты ждешь, когда волна схлынет, оголит ему как бы брюшко, и просто сюда херачишь. Если ты сделал все правильно, попал, кстати, на ботах учись, это вот важно. Вот, ты ему дашь, например, там 25-30 ликов, выбьешь помпу, и корабль полностью фуловый зальется. Так вот со мной было. У меня полностью фуловая вика залилась. Мне просто дали. Первый раз я помпу починил, второй раз мне дали. У меня было уже КД, я уже не смог починить помпу и просто утонул. Вот это самое обидное, что с тобой может произойти. Чтобы ставить лики, желательно стрелять вот сюда. То есть вот в скругление корпуса. Или вот сюда. Но чтобы выбить помпу, тебе желательно стрелять вот уже вот сюда. Вот в это место. Потому что помпа у корабля находится здесь. Но можно через нос, можно через корму. Но если ты стреляешь в борт, тебе же, ну, никак до носа не добраться. Да, то есть вот. Ты стреляешь ему вот сюда. Все. Либо твой напарник сюда стреляет. Ну, это как в танках, ты знаешь, вот там есть подсвечены, где там в броне, там есть вот такие болевые точки. Вот у кораблей здесь болевая точка. То есть, если вы, например, поставили, вы там вдвоем, да, с каким-то там напарником, вы ему удачно поставили лики, второй у тебя долбанул, выбил ему помпу, он, например, отремал ее, но у него нет этот самого... нет, даже не фита на помпу. Даже если ты как бы с фитом на помпу стоишь, тебе от него смысла нет, потому что помпа-то сломанная. Да. То есть помпа не будет, да, работать, когда ее у тебя выбили. Она у тебя красная, например. Нет, желтая, она тоже сломанная. Да. То же самое и с рулем. Если у тебя руль желтый, то ты все эволюции делаешь более вяло кораблем. То есть повороты, развороты и так далее. Поэтому всегда чини, и у тебя должен быть этот самый перк на экстремальный ремонт. Extreme Repair. Вот. Но даже он тебя не спасет, если тебе вот задались тебя посадить на лики, да, то есть чтобы ты сдох от помпы. Потому что он кадышит 50%, да? То есть у тебя откат будет, условно говоря, через 2 минуты. А он тебе через минуту повесил эту херовину, уже опять как бы этот дебаф. И ты все равно сдохнешь, зальешься просто от нее. Поэтому
в бою, когда ветер как бы в тебя дует, да, никогда не ходи на фулах, и если противник вот с той, с подветренной стороны на тебя идет или разворачивается, или еще как-то. То есть стаксель обязательно надо убрать. Во-первых, это и тебе в плюс, потому что у тебя стрельба выравнивается. Особенно это касается больших ритов. То есть если ты со стакселем стреляешь, то у тебя задираются пушки, и ты не можешь как бы попасть. У тебя какая-то из дек обязательно не попадет, ты миссанешь. Вот. Есть, конечно, умельцы, которые могут опять задрать корабль, да, то есть вот ты задираешь как бы бочину корабля и ждешь, то есть когда лики у тебя затянутся. То есть в них не заливается вода, но это сложно на самом деле сделать. Вот, и если человек, вот я говорю, вот он уже задался тебя посадить на лики, все, это трындец, это заливочно. Поэтому обязательно тоже привыкай ходить на батлах, это тебе, во-первых, и мачта спасет. Стакселя тоже убирай, когда вот ты видишь, что по тебе вот линейный залп дадут, да, то есть борта, бродсайд, то есть по тебе полностью отработает. Вот, эти моменты тоже смотри. Ну вот, более-менее я тебе это все рассказал. Что запомнишь, что не запомнишь, потом еще спросишь. А плюсы, стрим есть, мы его сохраним, потом просто периодически просматривать будешь, и это... Давай. А куда зайти? Сейчас зайду к тебе на стрим. Так. Так. Да. Ветер куда? Ветер куда? В первую очередь всегда вопрос, откуда или куда ветер? Ну тогда ты просто не пройдешь, видишь, ты против ветра будешь идти. Хорошо, значит, если ты пройдешь, ты скатишься ниже по ветру. Соответственно, ты проходишь и уходишь на оверштаг. Да. А, нет, оверштаг всегда против ветра. А уж куда, как бы... Ты можешь, конечно, оверштагнуться, как бы, и в ту сторону, да, но тебе туда будет явно неудобно, то есть... ну, такое. Так ветер-то дует с твоей стороны, поэтому тебе куда ни плюнь, везде оверштаг. Да. В плане стороны это уже вопрос такой. Во-первых, тут что будет делать противник, это как игра в шахматы. Если он будет дальше прямо идти, то тебе тогда нужно за ним идти. То есть вот в его сторону оверштагаться. Потому что иначе ты его можешь упустить, потому что ты на 2-3 корпуса от него уже отстанешь. Но если он откнепеленный, например, и ты понимаешь, что он от тебя никуда не уедет, и ты ему хорошо его рейканул, то есть ты его уже посадил на структурные течи, то ему уже мало что поможет, да? Ну, допустим, даже он на ремке, но у него уже структура потекла. У него там 2 или 3 рисок уже нет, допустим, да? Давай это представим. Ты уже стопудово знаешь, что он от тебя не убежит. Тогда ты можешь уверштагаться через низ, быть выше по ветру и отыгрывать как бы преимущество. Если ты понимаешь, что он тебя может свалить, тогда идешь за ним. Отриковал его и идешь за ним. Да, уверштагнуться и быть выше него. Но тут такое, то есть ты можешь свалиться дальше ниже по ветру, потом зарядить там, например, условно говоря, кнепеля, идти ниже чуть его,
и ждать, что он будет делать. То есть, например, носовыми кнепелить, если у тебя есть носовые. Если нет в контроле, то это уже другое. То есть ты можешь каждый раз немного вниз отходить, но пытаться ему чинами давать в паруса. Но тебе будет это не очень удобно, потому что... Хотя, если он так пойдет, паруса нет, будут как раз идти развернутыми к тебе. Так что нет, ты его даже откнепелишь очень хорошо. Вот. Так что ты можешь даже спуститься вниз, немного отдать ему как бы высоту, но взамен как бы долбануть его кнепелями. При условии, если он будет идти на фулах. А если он типа сейвово играет, ты видишь, что он идет там на батлах, то с этим уже будет сложнее. Но тебе пока бы вот усвоить тот момент, что вот, допустим, ты как бы его откнепелил, ну, в смысле, реканул. И вот представь, если он это понял и пошел тоже на оверштаг, а ты пошел ниже, все, ты ему автоматически отдал ветер. Вы как бы поменялись позициями. То есть он будет уже сверху, а ты будешь снизу. Поэтому тебе в любом случае пока нужно возвращаться как бы через низ, ну, через левое плечо, разворачиваться как бы. Да, вот так, вырежь так. Чтобы быть выше него. Если он пойдет тоже как бы через право, да, что вы практически были равны в своих условиях. Угу. Все, пошли тогда в этот, в Азуа. Окей. Угу, давай. Так. А я сейчас, погоди, сейчас я закончу стрим, ребят. Спасибо всем, кто смотрел. Завтра еще будет стрим. Давайте, всем удачи.